Взрыв по мощности, сравнимый со взрывом в питерской подземке, мог произойти в одном из микрорайонов города. Утром в среду во время рытья котлована на улице Краснополянской рабочие обнаружили мину. Сообщается, что у снаряда был поврежден взрыватель. Детонация могла произойти от любого неосторожного движения. Мину рабочие обнаружили около 9 часов утра на глубине 2 метров. О своей находке они сразу сообщили в правоохранительные органы. Судя по ржавчине, снаряд мог пролежать в грунте несколько лет. Вдобавок был поврежден взрыватель мины, возможно, ковшом экскаватора. По оценкам специалистов, сила взрыва могла составить 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Почти такой же была мощность взрывного устройства на станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге. Поэтому даже просто находиться рядом с ней было опасно. Была проведена эвакуация рабочих и выставлено отцепление. В ходе предварительного осмотра предмета выяснилось, что это 82-миллиметровая минометная мина. Саперы подразделения ОМОН Росгвардии Питерской области приняли решение ликвидировать ее на месте. К часу дня снаряд обезвредили прямо на строительной площадке. Сейчас специалисты выясняют, как он мог оказаться вдали от воинских частей и полигонов для стрельбы. По одной из версий, грунт для строительства привозили из деревни Большая гора, где еще до Великой Отечественной войны могли находиться склады с боеприпасами.